Сегодня я вам покажу, как расколоть кокос. Для этого берем два ножа, один с острым наконечником, и проделываем дырку. В две дырки нож не войдет, а в третью должен войти без усилия. Нужно проколоть и слить воду. Этот кокос оказался испорченным. И это видно сразу же, если посмотреть, все три дырочки должны быть сухими и без гнили. Дальше вода течет, как вы видите, желтоватого оттенка, и запах специфический, не очень хороший. Это тоже говорит о том, что кокос испорчен. А у хорошего кокоса сок должен быть прозрачным. Тупой стороной ножа постукиваем по периметру, поворачивая кокос, и так до появления трещины. В общем, трескается кокос очень быстро. Когда звук от постукивания меняется, это говорит о том, что мы уже близки к цели. Вот и появляется первая трещина, и мы продолжаем. Да, я такого испорченного кокоса еще никогда не видела. Теперь все то же самое покажу на хорошем качественном кокосе. Зрительно эти три дырочки похожи на два глаза и рот. Мы прокалываем рот. И нож должен войти без особого усилия. Прозрачная вода – залог хорошего кокоса. Кокос очень хороший, без каких-либо пятен, без постороннего запаха, кристально белый. И это говорит о том, что кокос качественный.